Друзья, приветствую! Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в нашей конференции. Она стала площадкой для специалистов из разных областей медицины и биологии. Вместе мы смогли создать пространство для обмена опытом и знаниями на стыке сфер науки, медицины и IT. Более 40 докладов, а это 20 часов обмена опытом с коллегами из более чем 20 разных стран. США, Катар, Япония, Австрия, Канада, Италия, Армения, Сингапур, Китай. Несмотря на непростую ситуацию в мире, наука продолжает развиваться и объединяет неравнодушных людей. Это здорово. Эта конференция помогла мне абсолютно по-новому взглянуть на решение моих научных задач. Записи докладов конференции доступны по ссылке. Надеемся на стабилизацию эпидобстановки и будем рады встретиться офлайн в следующем году.